интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в виде обзоре автомобильный набор инструментов от компании «Ханс» ТК-124Е. Набор профессионального качества, выпускается на острове Тайвань. Наборы «Ханс» имеют пожизненную гарантию. Начнем с упаковки. Вот такая упаковка идет с набором. То есть кейс пластиковый, сверху такой вот полноценная коробка плотного картона. Здесь указывается комплектация набора. Lifetime, то есть пожизненная гарантия. Указывается, что две крышки кейса рассоединяются, то есть можно использовать отдельно в тележках инструментальных. Указывается, что это сделано на острове Тайвань. С обратной стороны модельный ряд инструмента Ханс наборов. То есть, если кто хочет еще подобрать отдельный набор. Прокладка, которая ложится между двух крышек, очень качественная в наборах Ханс идет. И также комплектация указывается. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1/4 и под 1/2 дюйма. Трещотки на 36 зубьев. Есть реверс переключения. Есть быстрый сброс и одевание головки. Кнопка. Трещотки разборные. То есть внутренний механизм заменяется. Рукоятка полностью пластиковая. Длина трещотки под 1/2 260. Маленькая. Длина 155 мм. Есть логотип Ханс на пластике и номер по каталогу. Номер имеется у каждой единицы инструмента в наборе. Особенность трещоток Ханс, они идут вот такими вот монетами. Для чего сделано? Для того, чтобы в труднодоступном месте, если вам нужно докрутить, чтобы вы не делали движений, просто берете и пальцем докручиваете гайку для удобства. Трещотка маленькая, также идет с монетой. Два воротка под 1/2 дюйма. Под 1/4, под 1/2 у нас 300 мм, под 1/4 длина 110. Как видите, переходник на воротках черного цвета. Это хромолитая сталь, то есть здесь идет он усиленный. Так, карданы, два кардана, 1/2, 1/4, также квадрат внутри, имеет черный цвет, хромолитая сталь и заклепки также. Здесь идут не винты, а идут заклепки, то есть карданы не разборные. Две снечные головки 16 и 21 мм, внутри имеют резиновые вставки. Удлинители, 4 удлинителя. Под 1/4 2, под 1/2 также 2 удлинителя. Размером 1/2 большой 250, маленький 125. Под 1/4 маленький идет 100 мм, вернее, самый большой 100 мм, маленький 50. По 2 удлинителя на трещотку. Так, дальше набор Г-образных ключей. 3 ключа шестигранных. Так, головки. Головки длинные у нас. Общее количество здесь 10 штук. Здесь они только на 1/4, на маленькую трещотку. Самая большая на 14. Головка длинная. Самая маленькая у нас здесь на 4 мм. 10 штук головок длинных под 1/4 дюйма. Головки короткие. Под 1/2 у нас 17 штук ряд. Под 1/4 13 головок. Вес головки на 32 мм, а здесь составляет 245 грамм. Она здесь такая увесистая. Полностью идет гладкая, сверху глянцевый цвет, снизу матовый. 32 мм, логотип Ханс, надпись Ханс и номер по каталогу 44-00. Особенность данного набора, что здесь кроме 32 головки, обычно в наборе она идет самая большая. Здесь мы имеем еще одну на 34 и самую большую на 36. Головки Торкс. Они здесь под 1/2 дюйма, под большую трещотку, под маленькую нет. 8 головок Торкс. Е8 самая маленькая, самая большая здесь Е22. Как видите, Торкс головки идут с такой вот насечкой посередине, шестигранные, идут без насечки, гладкие.
Два держателя подбиты под 1/4 дюйма, под 1/2. Соответственно, есть биты, которые вытягиваются из набора в таких вот держателях. Вот у нас под 1/2 у нас 18 бит. Райп, торг с отверстием, шестигранные, 2 крестовые и 2 шлицевые. Берем бит, вставляем переходник. Ну, дальше ли трещотка или вороток подсоединяется. И биты под 1/4 дюйма. Общее количество 19 штук. Есть также переходник под шуруповерт. То есть можно подсоединить трещотки или биты через переходник и использовать шуруповертом. Торг с отверстием, шлицевые, крестовые и шестигранные. Используются с переходником. И также можете подсоединять вот такой вот отверточный держатель сюда. Отверточный держатель этот используется или с головками под 1/4, или через переходник с битами. Также можете подсоединить сюда и трещотку. Или вороток. Рукоятка здесь тоже пластиковая полностью. В верхней крышке набор ключей комбинированный. Общее количество 13 штук. Размеры 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и большой самый на 19. Четыре ключа шарнирных. Так, размеры у нас 8, 9, 10, 11, дальше 13, 12. 12-13 и 14-15. Это ключи шарнирные по размерам. И еще один отверточный держатель. Вот здесь он идет уже с реверсом. Переключение вправо-влево. Рукоятка разборная. Здесь вы можете хранить биты. Магнитный держатель здесь идет даже. Сейчас попробуем биту ставить. Да, то есть магнитный держатель идет. Все точно. Полноценная отвертка получается. Так, по инструменту все показал. Материал изготовления хром ванадиевая сталь. Кейс пластиковый, темно-зеленого цвета. Логотип Hans. Есть также внутри кейса ТК-124 Hans. Замки здесь. Ну, тут замки, конечно, очень такие, скажу, толстые, мощные. Мощные, да. Вот металлические, они съемные идут. Назад одеваются. Инструмент здесь не глянцевый, здесь половина инструмента идет глянцевое напыление, антикоррозийное, половина идет матовое. В верхней крышке инструмент хорошо держится. Единственное, отвертку вставляйте боком, потому что если вы вставляете его ровно вот так, она проваливается, ее нужно вставлять вот так, боковую часть, тогда она хорошо плотно прилегает. На верхней крышке у нас логотип Hans. Металлическая такая пляха, очень красиво исполнена. И металлические замки. Кейс, вес набора 9,7 кг. Высота кейса 9, длина 37 с рукояткой, ширина 45. Рекомендуем однозначно к покупке инструмент Hans. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, кому видео помогло с выбором набора инструментов. Ну и за лайки, и за подписки у нас хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.